Ума не приложу, каким образом организаторы гонок смогли взять в аренду токийский порт на все выходные. Но, впрочем, у меня есть одно подозрение. Знаете, в 90-е годы, когда Reactive Sessions был... Имейте в виду, парни, в паре кварталов отсюда уже собрались представители нашей славной дорожной полиции. Я вас предупредил, и мне бы совсем не хотелось повторения того, что было в прошлый раз. Тогда, напомню, кое-кто решил погоняться после завершения соревнований по городским улицам и сорвал нам весь... Ну и как вам сегодняшний уикенд Reactive Sessions, леди и джентльмены? На мой взгляд, так просто замечательно. Особенно отличился молодой... Yeah.
Вы заметили? Сегодняшние гонки отличаются особой жестокостью. Да-да, именно жестокостью. Ведь судя по количеству ободранной краски и мятого железа, здесь сводили старые счеты. Наверное, кто-то решил, что Reactive Sessions самое подходящее для этого время. Ну что ж, в жизни бывает всякое. Простите, минуточку. Убавьте чуток громкость. Итак, друзья, продолжаем разговор. Так, джентльмен из Reactive... свидетелями восхода новой звезды. Вы все сегодня заметили, да просто не могли не заметить раньше. Вы думаете?
Лично у меня к концу дня остался только один вопрос. Правда ли, что это тот самый Райан Купер? Ответ таков – да, правда. На этой трассе он так же неукротим, как прежде на улицах ночных городов. И такое впечатление... С
Скажу я, что у меня ощущение, будто бы все участники сегодняшних заездов Reactive Sessions только что вышли из ворот автошколы. Все, кроме Райана Купера. Он обходит их как детей. Похоже, Купер собирается выиграть все заезды уикенда. Что ж, хорошо, что он направил свой талант в законное русло.